Добрый вечер, девочки и мальчики. Приятно видеть вас сегодня на нашем занятии. Вас два человека, я третий читатель, пока никто больше не подошел на нашу встречу. Мы с вами встречаемся 61-й раз с начала нашей программы. И сегодня, 20 апреля, мы продолжаем читать сказки про медвежонка Дубидов. Сегодня этой сказкой заканчивается третья книжка про этого медвежонка. Но нас ждет еще 5 сказок в следующей книжке. И там будет немножко другая тема, не про дедушку и бабушку, а про друзей. И, пожалуйста, посмотрите внимательно на наш план. Мы будем еще читать о том, где живут и как устраивают свои норы животные в разных климатических условиях. Эта книжка называется «Кто живет в лесу?». Я думаю, вам она понравится. Итак, мы начинаем читать сказку, и первым записан Арнольд, он читает название. Лоаев. Лоаев. Мы несколько дней тому назад читали, что было это рассказано про дедушку, что он все время говорил, что он не устает, а сам уснул. Теперь посмотрите, кто спит. Сам медвежонок Дубидов. Пожалуйста, Арнольд, читай. Дубидов нах лоаль-асафа. Сапа. Сапа ине асапа. Ине аль-асапа йоше нах Дубидов. Скорее спит. Ну, посмотрим сейчас. Пожалуйста, читай дальше, Арнольд. Ухика Шримадов в Абадов Яво Вейкху Ото Абайта. Дубидов, а я Эцель Саба в Саба. Шав у Мехаке Ше Аба в Има Яво Вейкху Ото Абайта. Вебейнатаем у Йошев аль Асафа Сапа в Мехаке. Йофи-йофи. Теперь начинает читать Вера. Пожалуйста, Вера. Ху амар ла ацмо ани ло айф аев. Ты дочитала до точки, сейчас еще немножко прочитаешь. Но скажи, ты остановилась на слове «аев». Ты знаешь значение этого слова? Дубидов сказал самому себе. Я могу объяснить. Ле ацмо. Ани ле аев. Я не устал. Не устал. Ле аев. Еще одно предложение, пожалуйста, Вера. Они яхоля цом эт хая эйнай. А валь они лё элех лишон. Лишон. Правильно, все прочитано верно. Мы читаем, что самому себе сказал Дубидов. Начинаются его слова со слов «Ани люаев». Дальше он продолжает. «Ани ехоль ля отцом эт эйнаем». Я могу закрыть глазки. «А валь ани лё элех лишон». Но однако же я не буду спать. «Ани бихляль люаев». Я совершенно не устал. И мы продолжаем дальше. Пожалуйста, Арнольд. Дубидов. Дубидов отцам эт айнайм. Он сам себе разрешил ля отцом эйнайм.
ве осэдзе. Они эду бедов отцам эт а эйнайн. Дальше, пожалуйста, Арнольд. У сама шама шама эйх эйх и мадов веабадов них насим ве омрин шалом лесаба весавта. Ве у отцам эйнаим, ве у шама, эйх аба ве има дов, нихнесу абайта ле саба ве савта, ве умрим леем шалом. Вера, пожалуйста, ты читаешь до конца странички одно предложение, и два вернее даже. У шама, отам ме... Те кар кар вим эл га саф па саф авал ху ло паках эт га инаим. Это инаим. У шама ве у хашав шеулё Аев, вешеулё йошен, яшен, веу шамаше аба и вейма миткарвим эль асапа. Сапа шеу яшав аль сапа азот. Аваль улё паках эт аэйнаем. Что такое паках? Паках — это открыть глаза. Нельзя сказать лифтох, потому что для этого действия открыть глаза есть отдельный глагол, который называется лифкох. И в прошедшем времени у лёпаках эйнаим. Хорошо, двигаемся дальше. Итак, теперь я. Вы вдвоем прочитали, теперь моя очередь. А, амра имадов, у яшен, кама уматок, ине имадов и омедет альяд кисе, веба кисе йошевет савтадов, ве альяда омед сабадов, ве има роаэт дубидов, ве омерет. А, у яшен. Он уснул, он спит. Кама умато, какой он сладкий. Милый, значит, еще можно так сказать. Теперь уже Арнольд, ты читаешь. Мы видим, что это дедушка. Да? Ну-ка, я сейчас посмотрю, во что дедушка одет. А то, может быть, это уже папа. Нет, дедушка одет в жилет такой. Это дедушка. Угу. А там он с очками этот нет. А, он с очками этот нет. Ты молодец, какой наблюдательный. А я только одну одежду посмотрела. Пожалуйста, Арнольд, ты читаешь? Вот даже нужно. А потом рим эду бидо безго от ав вема кен у Дубон, катан, витов. Заканчиваем читать слова, которые сказал Абадов. Махар. Махар один. Эках ото ледаг. Ледаиг. Даиг. Мы уже читали, как медвежонок с папой ходил на рыбалку. Даиг – это рыбалка. Абадов эрим поднял дубидов базротав, поднял на руки и сказал ве амар кен у дубон катан ве дотов махар ани кахото ле даиг. То есть он с папой планирует, что он с своим сыночком пойдет на рыбалку. Вера, пожалуйста, ты читай.
Та биту алаю алав 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 амра мра сафтадов гу казе мин нехмат нехмат угу. Сафтадов гам меруца шенехет шала дубидов кольках нехмад. И она говорит, табиту аляв, посмотрите на него, говорит сафта аль нехет шала. И теперь я немножко вам прочитаю. Да, дедушка в очках, бабушка в чепчике. Вот это одежда такая у нее. Извините. Говорит. Это Николас, да. Я немножечко опоздал. Ничего Вы страшного, запишите Николас. Меня? Да. Это только Вера первый круг чтения. Вера только что прочитала нас. Сегодня всего двое читателей, я третья. О, отлично. Я записываю тебя номер три, и ты как раз после Веры можешь читать. Николас, хорошо. Ты сейчас читаешь. Мы начали читать новую сказку. Она последняя в этой книжке, но нас ждет еще несколько сказок. Следующая книжка у нас есть. И папа и мама пришли забрать своего сына медвежонка из гостей у дедушки и бабушки. А сейчас он оказалось, что он спит. Вот ты сейчас читаешь, что вот дедушка и бабушка, что они говорят, пожалуйста. Угу. Вегам навон амар сафтадов. Амар сабадов. Сабадов. Амар – это мужской род, глагол в мужском роде, единственном числе. Саба у амар. Ше гам навон. То есть говорит. Папа и мама угу. похвалили, что он такой умный, он такой добрый, он такой хороший. А сабадов сказал – у гамнавон. Он, значит, такой разумный, умный, разумный ребенок. И что он дальше добавил? Мамаш. Камони. Мамаш камони. Ну, точно так же, как и я. То есть дедушка рад, что у него такой умный, разумный внучек, и что он похож на него, на дедушку. И, пожалуйста, еще одно предложение. Кулям сахако. Сахако. Слово кулям, они все, то есть все, кто был в комнате, сахаку, засмеялись, посмеялись. И довольны друг другом, я думаю. Спасибо, Николас. Арнольд, пожалуйста, ты читаешь со слова. Дубидов. Дубидов, паках. Айнаим. Ома, лябадов. Беэмет. Тиках. Утиль даги. Лег. Дайг. Дайг. Угу, хорошо, Арнольд, спасибо. Скажи, пожалуйста, какие ты запомнил здесь слова? Паках. У нас было это слово, и мы говорили, что оно обозначает? Это открыл. Открыл глаза. Не просто открыл что-то, а открыл глаза. Паках – это аэйнаем. Для того, чтобы открыть дверь, есть другое слово – лифтох. Патах будет, а здесь слово паках, это для глаз. Ву амар лиабадов, дубидов шама, маше омрим, векулям хашушеу яшен, вебемет у яшен, аваль у шама ма омрим мевугарим, ву шааль. Эт абадов бемет тиках ути ледайг. На самом деле ты возьмешь меня на рыбалку удить рыбу. Он очень любит, и мы уже читали, что он с папой ходил ловить рыбу. И даже была одна сказка, когда он сам ходил за на рыбалку и ловил рыбу и поймал русалку. Угу, помните?
Арнольд, ты прочитал. Теперь Вера, пожалуйста. Вера. Вера, ты убежала к своей собачке. Тогда ты, Николас, пожалуйста. Момент. Все, я вижу. Эйзе, эйзе, нухель, ата. Ата, угу. Дальше. Амера, амера. Вот эти две точечки, Николас, две точечки, которые стоят вертикально, то они в этом случае не читаются. Хорошо. Амра, имадов, леудидов, уди, уби, а, убидов. Ле, дубидов. Дуби. Ой, извините, дубидов. Дуби – это маленький медвежонок, а дов – это просто медведь. Да-да-да, это его имя. Ага, так. Дубидов. Ата, ле, бемет, бемет, яшанет. Яшанта. Помните правило, что сначала буква читается согласная, а потом то, что стоит под буквой, значок, обозначающий... Яшанта. Да, звук другой. Угу, хорошо, Николас. Ты дочитал до точки. Сейчас еще раз повторим. Эйзе нохель ата. Сейчас мы посмотрим. Так. Это такое, как обманщик. Амра имадов ледубидов. То есть он притворялся, что он спит, а сам подслушивал. Поэтому мама говорит, эйзе нохель ата. Такой хитрец. Амра сказала имадов, сказала ле кому? Дубидов, своему сыну Дубидов. А та лёбэмэт яшанта. Лишён спать. А яшанта ты спал. А та яшанта. И мама посмеялась и сказала... Ты не на самом деле спал. Хорошо, теперь я вам прочитаю одно предложение, чтобы было вам не так трудно. Вера, может быть, ты вернулась? Вера? Да, я тут. Да, ты уходила, поэтому читал сначала Николас. Теперь ты читаешь со слова шамата. Шамата шематерим аллалехат ледаяк. Угу. Ледайг. Ты не на самом деле спал. Шамата, это значит, ты слышал. Ше, что разговаривали о походе на рыбалку. Аль-ла-лехет ля-дайг. Хорошо, Вера, молодец. И я прочитаю вам сейчас еще одно предложение. Шамата. Коль маше амарну алейха. Ты слышал, шамата, коль ма, все что мы говорили амарну алейха. Роим эдзе бэйнаем шельха. Мы видим это по твоим глазам. Эйнаем – это глазки. Шельха твои, по твоим глазкам мы видим, что ты на самом деле просто притворялся, а на самом деле все слушал, что говорят про тебя. Ну что ж, это невинная такая, такой обман. Арнольд, пожалуйста, посмотри и попробуй прочитать. Арнольд, открывай микрофон, пожалуйста. Вера. Ты опять убежала? Ну, у нас нет рабочего настроения. А, вот ты. Пожалуйста, Арнольд, читай со слова дубидов. Дубидов. Цихек. Цихек. Ба. Она. Ты уснуть хочет тоже, как дубидов, да, Арнольд? Устал. Атаев. Атаро целишон,
Арнольд. Итак, Дубидов похихикивал. Лицхок, без еще вот этой одной буквы куф, лицхок – это смеяться. А когда буквы повторяются, это значит такой подсмеивается он от удовольствия. У Амар лесабадов. Он сказал дедушке Асину кейф нахон, мы с тобой делали всякие хорошие дела, правда? Ве ата гамлё аев нахон саба. И ты не устал, правда, дедушка? Так, теперь читает Вера со слов, вот которые я показываю. Ло-ло, амар саба до. Дубон катан кмо. Камоха. Весаба камони. Саба дов камони. Она афам ло аефим нахон. Нахон? Угу, очень хорошо, Вера, молодец. Дедушка, когда его внук спросил, гамата лё аев нахон саба, правда, дедушка, ты тоже не устал? Нет, нет, лё-лё, амар сказал сабадов, дедушка, дубонка танка моха, такой маленький медвежонок, как ты, и сабадов камони, такой, как я, дедушка, а нахну мы афпам никогда лё аефим. Нахон, мы никогда не устаем. Правда? Правильно? И теперь, пожалуйста, читай, Николай. Нахну ехолим ле ши ла шир ве лир код, лиркод, ларуц, уле, ул, са, хек, коль, айом. Отлично, айом, Николас, читаешь уже теперь ва, совершенно. Не, ванахну, аф, аф, пацам, пам, апам. Пам, лё, айфим. Айфим, очень хорошо. Ай, извините, точка, айфим. Точка. Вот это слово айф, айфим, ата, все время повторяются, и постепенно мы их научились хорошо читать и хорошо понимать. Анахну ехолим ля ширвелеркод. Мы можем петь и плясать. Ля руц у лесахек кольем. Бегать и играть весь день. Ве анахну и мы. Афпам никогда. Лё аефим никогда не устаем. О, какие мы молодцы! Наша сказка вот-вот закончится. Мы всю ее сумели прочитать и... О, нет! Арнольд, пожалуйста. Эфу. Дубидов. Дубидов. Хиех. Хиех. Ех, это он улыбнулся. Уитхер леайот менуманам. Хорошо, заканчиваешь чтение на точке. Итак, Дубидов хиех, он улыбнулся. Уитхилли йод менумнам, но в это же время он начал уже немножко задремывать и все больше и больше засыпал. Вера, пожалуйста, ты прочитай со слова сабадов. Сабадов
Имших. Имших ледабер. Что он говорил? Кен. Дальше ты читаешь, Вера. Анахну яхолим ласот гамон дварим гэгадарим. Недарим. Дальше. Ата вэани. Вэани. Точка. Очень хорошо. Сабадов имших продолжал, продолжил разговаривать. Ледабер. Говорить. Да-да-да. Анахну. Мы с тобой. Ехолим. Можем. Лясот амон дварим не дарим. Делать много замечательных вещей. Я и ты. Ата ве они. Я и ты. И теперь очередь Николас. Пожалуйста, ты читай все предложения, которые есть на этом листике. Ты можешь читать, если тебе не трудно. Пожалуйста. Это мне? Да. Аваль, анахну, аф, пам, пам, лё, эй, айефим. Айефим. Фим. Айефим. Слово аваль ты уже запомнил, Николас? Ой, погодите-ка. Боюсь, что нет. Не, мы его использовали. Много раз его упоминали. Оно начинается после запятой или в начале предложения. Так, оно все? Означает «но». Но, вот, но. Но, нахну, аф, пам, ни разу, пам, это слово многозначное, но в данном случае, когда оно стоит рядом со словом аф, пам, никогда не устаем. Так, еще одно предложение, пожалуйста, Николас. Угу, а та, бе, это т или мы? Т, бетах. Бетах, лё. Эйв, нахон, аев, аев, нахон, дубидов. Угу. Дубидов. Все слова мы знаем. И ты, разумеется, или конечно, слово бетах – это то, что ты, вы гарантируете, что оно так есть. Как правило, его переводят в слово конечно, обязательно. Ты точно, конечно, лё. Не устал. Нахон дубидов. Вы дальше, Николас. Угу, дубидов. Амар шов шув сабадов. Ата аев. Угу. И Саба спросил его, дубидов. Но, видимо, этот его не услышал дубидов. И Саба говорит, ата Аев. Итак, пожалуйста, Арнольд, посмотри на картинку. Дедушка Саба Дов, бабушка Савта Дов, Има Дов и Аба Дов. Она на руках у него, у папы медведя, их сын Дуби Дов. Пожалуйста, Арнольд, читай. Арнольд, ты не включил микрофон. Дубидов. Опять микрофон закрыт. Дубидов. Ло, я, е. Дубило. У, пашут. Пашут, а я. Шакуа, бешне. Щена. Амуга. Угу, хорошо, Арнольд, спасибо. Я повторю, потому что ты так весело читаешь, что, может быть, дети не расслышали. Дубидов, лёяев. Да, на самом деле, он не был усталый, он не устал. Лёва, лё, нет и нет. Упашут, а я шакуа, шакуа. Под буквой айн есть черточка, обозначающая звук А, поэтому читаем только А. Шакуа беша шена, шейна амука. Он не был усталый, он просто был погружен в глубокий сон. Ему уже не было у него сил,
он устал. И мы уже с вами прочитали всю сказку сейчас. Следующее занятие будет сказка из тоже про Дубидов, но уже из новой книжки. А сейчас мы с вами прочитаем тоже еще целую маленькую книжку о разных животных. Вера, пожалуйста, как эта книжка называется? Ми саде ми баяр. Яар. Вера, что обозначает слово саде? В джунглях. Саде – это поле, да? Поле. А. Джунгли – это когда много деревьев, и они растут густо-густо, и кустарники разные. А поле – это там, где трава. А слово яр, что обозначает? Лес. Лес, правильно. И когда стоит буква впереди, это предлог ба или би. А это обозначает где? Кто в поле, кто в лесу. И здесь есть вопросительный знак. На иврите вопросительный знак называется «Симан Шейла». И мы с вами сейчас прочитаем эти, про этих животных, которые в книжке. Вера, почитай еще немножко. Ты прочитала только название, а сейчас прочитай куплет «Алиф». Вот до точки до этого. «Яш баяр этим, анаким веяфим». Гам алим, гам прахим. Вегамон анафим. Анафим. Угу. Замечательно, правильно все прочитала. Еш баяр, есть в лесу, эцим. А... Так, что это слово эцим, Вера? Это, ну, деревья. Деревья. Какие деревья? Анафим, вегахим. Огромные. Анаким огромные и красивые. Гам алим, вегам прахим. На них есть и листья алим, и цветы прахим. Слово гам в этом случае можно даже сказать как предлог и союз, или как также. Есть на них также листья и также цветы. Ве амон анафим. И на деревьях есть очень много веток. Анаф – это ветка. Анафим – ветки. Хорошо, Вера, спасибо. Николас, ты читаешь второй куплет? Ми йошев аль анаф. Анаф, да? Уванана. Или банана. Банана, правильно. Ага. А точки нет почему-то. А, ну да, когда вместе с «в», посмотри, это предлог, вот здесь стоит «и». Угу. В этом случае по правилам грамматики не ставится точка, и поэтому можно почитать, если правильно, банана. Банана. Ну, нам слово «банана» пока легче понимать, поэтому мы так его и прочитали. Угу. «Икелёв». Лев, Еклев, ми, ягур, аэц, камуван, камуван. Вот мы читаем «в», потому что это всегда «в», камуван, ван, зе, аков. Аков, посмотрите, тут нарисовано все, о чем мы читали, и листья, и цветы. И ветки, о которых нам рассказано. И банана. Пожалуйста, вот вам нарисована банана. Ми йошев аль анав. Кто же сидит на этих ветках? У банана и клёв. И будет сейчас чистить шкурку у банана. Потому что мартышки... Вот эти вот маленькие обезьянки, которые живут на деревьях, они шкурку от банана не кушают. Они кушают только внутреннюю часть. Поэтому им нужно и клёв. Что сделать? Очистить. Ми ягур аль аэц. Кто живет на ветках? Камуван, разумеется,
или, конечно, это аков, то есть это обезьянка. Угу. Хорошо, Николас, я не спрашиваю тебя, какие слова ты уже запомнил, я повторяю все слова. Если тебе надо, то ты можешь записывать или запоминать, как у тебя получается. Следующая картинка рассказывает про следующего героя, живущего где-то. Где он живет, мы пока не знаем. Но я сделала тут для вас на рисунке прямо пояснение. Посмотрите, Арнольд, почитай по очереди все слова. Посмотри на меня, Арнольд, я тебя не вижу. Ты где-то далеко будешь читать или ты ушел? Буду читать. Ну так хорошо, пожалуйста, иди быстрей. Я тут. Читай. Ма. Посмотри, я... Нет, посмотри, я тебе... Гиппопотам. 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 Посмотрите, это буква П два раза и вав с точкой. Вот тут нарисован такой же зверь, который называется гиппопотам. И в то же время на иврите он называется сус-еор. Сус – это лошадка. Еор – даже не знаю какая, толстокожая, наверное. И здесь еще у нас нарисованы, посмотрите, такие растения, которые на иврите называются кней-асуф. Это камыш. Хорошо. Есть тоже красивые цветы, растущие прямо на воде, на болоте. Они называются шошенет-амайм, то есть водяная роза. Шошана. Это роза шошенет амаем. Я вам нарисовала, то есть нарисовано было, я вам вынесла вот надписи, чтобы вы знали, о чем нам будут сейчас рассказывать в этом маленьком вот эпизодике. Арнольд немножко почитал. Теперь, пожалуйста, Вера. Посмотри, Вера. Если хотите, я вообще сама вам могу прочитать, если вы хотите только слушать. Как вам, дети? Маша кет га-агам. Матехулим га-шамаем. Лохашим кней га-сов. Эль-шошенет га-маем. Молодец, Вера, спасибо. Нет, пока не надо дальше читать. Я хочу, чтобы вы поняли, о чем мы прочитали. Ма-шакет агам. Как тихо озеро. Как на нем все тихо. Ма-тхулим ашамаем. Как голубы небеса. Или там, как, ну, это слово голубой. Лохашим кней асуф, вот эти вот растения кней асуф шепчут что-то для шошенет амаем, для морских роз. Дальше читает Николас. Николас, ты будешь читать? Алло? Николас нас не слышит. Ми бана эт бейто. Можно прочитать? Гам штуф аор. Зе и попотам клемар сус еор. Нам рассказали, что этот гиппопотам живет в таком вот озере, где тихо, над которым синие небеса, и шепчутся от ветра растения беседуют друг с другом. Хорошо. Теперь, пожалуйста, Николай. Извините, вы меня слышите? Сейчас я тебя слышу. Ты, наверное, забыл микрофон. Ну, извини, у меня ничего, не было ничего. Видно, и поэтому я не могла тебе подсказать. Теперь вот не я страшно. Так поставила, что теперь мне тебя и всех детей видно. Пожалуйста, хорошо. Читай эту картинку следующую. Эй, тир... Тиру ма мацану бе ляв
Лев. 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 Сер. Сре. Сере. С. Д. Аз. Д. Абар. Аван. Кецат. Эвен. Эвен. Кецат. Ме. Шуна. У. Мин. Се. Ла. Му. Это З, музар. Музар. Угу. Посмотрите, про что идет речь. Вот тут лежит такое что-то темное, коричневое, панцирь, похожее на камень. И нам говорят, эй, тирума мацану, посмотрите, эй, что мы нашли. Мацану лимцо в ану. Что мы нашли? Балев с де абар. В сердце дикой пустыни, не пустыни, а диких, наверное, полей. Эвен кцат мышуна, такой камень немножко странный, или, может быть, какой-то вид странный, вид ну, от горы, когда немножко отделяется камень, и такая маленькая села называется. Села – это утес, как бы такой. Но здесь утеса нет, однако рассказывают про какой-то камень. И сейчас мы посмотрим ответ, что же это был за камень такой. Оказалось, что... Арнольд, если можешь прочитать, пожалуйста, посмотри. А-тед-у. А-тед-у. Минус эд бейто. Агав. Угу, хорошо, Арнольд, спасибо. Итак, знайте, кто носит свой дом на своей спине. Черепаха. Байт Шело, свой дом, его дом на Агав, на спине. Вера, пожалуйста, ты прочитай следующее предложение. Ха чува ло каша. Ха ло зеу цав. Ацав. Угу. Ответ чува. Чува – это ответ на вопрос, потому что нас спрашивают «Ми носе эт бейто аль агав». И говорят, отшува Люкаша, ответ нетруден. Что же это, если не цав? То есть ящерица, хотел сказать, черепаха. Итак, мы видели на предыдущем рисунке, был от черепахи только панцирь, и он был похож на камень. Теперь мы читаем дальше. Еще одно прочитаем стихотворение. Николас, если ты хочешь, не забудь включить, читай. Боу на еладим истакелу ветиру ветиреу башаде саде басаде бейн бейн эйцим эйцим менатер кенагуру. Кенагуру. Угу. Вот нам, нас всех зовут. Боуна, идите, пожалуйста, кто еладим. Истаклю ветеру. Посмотрите и увидите. В поле между деревьев менатер кенгуру. Где-то там вот прыгает, мелькает кенгуру. Угу. Хорошо, Николас, чтобы вы не устали, я тоже с вами почитаю. Ешлокис. У него есть карман. Ля кенгуру. У этого кенгуру. Бетохо. Внутри кармана. Ми ягур. Кто же там живет? А. Питрон кобарур. Ответ, решение этого вопроса очень ясное. Алёзе агур. Кто же это, как не детеныш кенгуру? Угу. Итак, мы двигаемся дальше. И вот сейчас про медведя прочитаем.
Дальше уже двигать наши картинки не будем. Арнольд, хочешь ли ты прочитать названия, которые есть на картинке в рамочках? Пожалуйста, прочитай, где я показываю. Да. Посмотри, вот тут в этой рамочке написано слово. Яр. Тебя не слышно, у тебя, вероятно, Яр. Яр – это лес. Вот возле леса эта рамочка стоит. Посмотри, что здесь написано. Арнольд, будешь читать? Гури. Макатуф. Бамис Герет. Гурим. Гур – это один детеныш, а здесь есть два детеныша, поэтому множественное число гурим. Вот они сидят на скале. Села. Села – это скала. Тут на самом деле можно сказать, что это села, то есть часть горы. Има – дуба. Посмотрите, вот мы все время читаем про има – дов, нам говорят, а здесь также можно назвать има дуба. Дов – это медведь, а дуба – это медведица. Хорошо, спасибо, Арнольд. Вера, посмотри, пожалуйста, на картинку. А, вот еще мы одно слово не прочитали. Посмотрите, что здесь написано, Арнольд. Мэра. Мэра. Мэра – это пещера внутри горы. Угу. Пожалуйста, Вера, ты читаешь то, что написано в первом квадратике. Имя Яр, который в Викаянка. Имя Селя Кахоль в Мэра. Амука. Угу. Почему-то здесь написано Села Кахоль, почему-то она голубая скала тут нарисована. Бик-а и рука, весела хуля, яргодоль, большой лес и глубокая пещера. Итак, Николас, пожалуйста, ты читай вторую часть этого рассказа. Не забудь открыть микрофон, Николас. Не слышно тебя, что-то происходит. Мизе Гар. Ой, у меня интернет завис, могу посчитать. Ага. Да, пожалуйста, читай первую строчку. Хорошо. Со слова ми. Да, видимо, Мизе Гар. Мизе Гар. Бара. Ми мецитс. Мецит, миби феним, зои има дуба. Има дуба. Из, да, из или им. Им это буква М, она от буквы самых отличается. Более квадратная. Посмотри, да, вот села это буква самых. Да, как О. Округленькая и такой чубчик у нее. А это тоже с чубчиком, но у нее внизу квадратные, угу. Такие прямоугольные им части. Гурим сакераним. Угу. Очень хорошо. Посмотри, здесь есть буква самых и буква мэм прямо рядом друг с другом. Да. Им, гурим, сакраним и буква самых. Сакраним. Сакраним – это любопытные. Вот выглядывает угу. Мама-медведица из своей пещеры. И посмотрите, рядом с ней, рядом с мамой медведицей, ее маленькие медвежата. Ох, так, ну что ж, я останавливаю нашу демонстрацию экрана. Мы с вами прочитали всю сказку. Мы прочитали половину книжки про то, где и как живут животные разные. И справились со всем. Вы молодцы, спасибо, что пришли. У нас сегодня было 4 человек читателей, объяснятелей, и мы все поняли. Мне читателей. Хочется вам только пожелать, чтобы вы запоминали слова. Если есть слова, которые вы не знали раньше, надо их как-то записывать и запоминать. Или, может быть, запоминать целое предложение. Тогда легче и лучше
Это будет запоминаться. Теперь до свидания. Завтра у нас 4 часа есть чтение книжки про большую собаку. Помните? Я завтра не смогу. Не сможешь? Ничего страшного. Придут те, кто смогут. А через неделю будем опять читать про медвежонка Дубидов. До свидания. До свидания.